Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Радиосообщение. Ожидайте. Мужики, надо понизить напор в городском водопроводе. Они тушат пожары быстрее, чем мы их устраиваем. Вся работа идет на смарку. Давление вода критическое. Внимание, к вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! Давление воды критическое. Внимание! К вам приближается противник. Давление воды критическое. Внимание! К вам приближается противник. Давление воды стабилизировано. Напор воды восстановлен. Следов деятельности противника не отмечено.
Внимание! Обнаружен зараженный груз. Вы покидаете зараженную зону. Многим моим деловым партнерам довелось побывать в исправительных учреждениях. По недоразумению, понятное дело. Но вот эти ребята из Райкерса, они совсем отмороженные. Хватать людей прямо на улице. Мы так никогда не делали. Люди платили нам за защиту, и мы их защищали. А теперь ты иди их защищай. Мне эта зима уже в огне сидит. Люди спасены. Делайте свою работу. Если встретите агента спецотряда, оказывайте ему всяческое содействие, потому что именно эти люди и должны вытащить нас из этого дерьма. Слушайте, я знаю, мы выложились на полную. Пожарные, копы, ребята из службы отлова животных, все как один молодцы. Но иногда самим не справиться, и надо вызывать подмогу. Кризис разрастается, нам везде не успеть. Городу требуется больше, чем мы можем дать.
крепость сны. Правильно. Пусть эти уголовнички не суют нос, куда их не просят. Я в электронике вообще не шарю. Кроме той, которая вроде как бесхозная и которую можно быстро... Но мой племяш говорит, что у нас то ли антенна сломалась, то ли еще что. А раз эти электрики вместо того, чтобы работать, ходят и делают из людей карбонару, значит, чинить будешь ты. Чем меньше я знаю, тем легче будет все отрицать на суде. Хорошо, что скучно. Удачи вам там. Я так сдохну от скуки.